Ты у него там что-то слышишь? Я стырил-то. С ним посрался. Да когда? Чтобы я, честный торговец, что-то пиздил. Никогда такого не было. Ну что-то он на тебя ж показывает, чем-то твоими действиями недоволен. Жена не хочет, интересно. Ну купил я у одного лоха дорогущий артефакт. За копейки. Ты не думаешь, это он? Тот вроде не был черным. Странно. Странно. Какой? Что такое? И да, сталкера. Мне такая херобора нахер не надо. Все понимаю, но... Стоп, блин, да. Что он? Оно никому не надо. Это... Что за мужик? Что у него? Чего? Я с этой потусторонней хуйней дело иметь не хочу. Не желаю. Выкинь артефакт. Ну что у вас там? Чего молчите? Артефакт выкинь. Знаешь, какой он дорогущий, ебать? Даже за понты его купил. Что тебе терять? Жизнь дар дешевле, что ли, чем этот артефакт? Ладно. Ладно. О, чё, ну чё? Да, пацан, дело говорит. Значит так, сталкера, держите артефакт этот гребаный. Отнесите его на центр деревни, отдайте ему. Где? Кто посмел? Да охуеть можно. Кого, блядь, стрелять непонятно нахуй, нихуя, ёпта. Чё происходит, непонятно. А ты веришь в Бога? Может, меня кто-нибудь разберёт? Да не можем помочь, не можем. Пиздец кому-то. Да, я слышу какие-то звуки странные. Давай. Нет.